не сильно в этом уверен. Да перестань, с чего ты вообще взял? Будут девчонки болеть за сборную Украины на чемпионате Европы? Я думаю, нет, зачем оно им надо? Думаешь, оно им не надо? Ну не знаю, мне кажется, ты ошибаешься. Хорошо, я придумал. Давай наш спор решим так. У первых встречных девчонок спросим, будут они болеть или не будут. Слушай, классная идея, мне нравится. Хорошо, пойдем, у девчонок спросим. Привет, девчонки. Привет. Слушайте, помоги нам, пожалуйста, мы тут с другом спорим. Скажите, вы будете болеть за сборную Украины на чемпионате Европы? Конечно же будем, что за вопрос? Интересно, а почему? Ну а как же, взять хотя бы 2006 год. На чемпионате мира мы были в восьмерке лучших. Ну да, к тому же у нас самые лучшие игроки в сборной. И кстати, Олег Блохин, он же фартовый, он обязательно приведет сборную Украины к победе. Ну да, только знаете, есть одна проблема. Мало кто верит в победу украинской сборной на чемпионате Европы. Вот если бы вся страна поддержала бы сборную. Объединились, воедино. Поддержала бы сборную, объединилась, воедино. Знаете, девчонки, действительно, было бы очень здорово, если бы вся страна объединилась и поддержала бы сборную Украины. Тогда бы она точно смогла победить на чемпионате Европы. Мы вірю перемог національної збірної України на чемпіонаті Європи! А ти віриш?
верьте в это смело. Нас объединяет победы, крепкий дух, широкий Днепр, красивая столица. Все это рядом, все это вокруг. Кто-то говорит, что ты не сможешь, сам не веришь в силы ты свои. Однажды верила, сейчас не можешь, попроси тогда поддержки у страны. Вместе верим.